Саратове полицейские провели рейдовые мероприятия, направленные на выявление правонарушений в сфере миграции. Проверочные мероприятия проводились на строительных и торговых объектах в Саратове и Энгельсе. В мероприятиях задействовали сотрудники службы подразделений Главного управления МВД России по Саратовской области, а также представители военных комиссариатов. Проверены 27 граждан России, 9 иностранных граждан, одно лицо без гражданства, которые осуществляли трудовую деятельность на территории рынка «Локомотив» Саратова. Сотрудниками военкоматов выданы повестки о явке в военный комиссариат 7 работникам. Выявлен иностранный гражданин, проживавший на территории Российской Федерации с нарушением порядка пребывания. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по части 1.1 статьи 18.8 КОАП РФ. Также административный протокол по части 3 статьи 18.9 КОАП РФ составлен в отношении саратовца, предоставившим жилое помещение правонарушителю-иностранцу. На территории строительных объектов полицейскими выявлено двое незаконно находившихся на территории России иностранных гражданин, которые были привлечены к административной ответственности в виде штрафа с последующим выдворением за пределы России. Работа в данном направлении будет продолжена.